Итак, обратный клапан. Ее функция пропускать воду в одну сторону, а в обратную не пропускать, чтобы обратного оттока не было. Что-то похожее есть у нас в венах. Течет кровь в одну сторону, а обратно не течет, потому что есть такие клапаны. И он похож на диода. Если кто с электричеством знаком, то есть в одну сторону пропускает воду, а в другую нет. А диод в данном случае в одну сторону пропускает ток, а в другую нет. В общем, клапаны бывают два вида. Железные, вот с заслонкой железной и с заслонкой пластмассовой. Вот минус пластмассовой заслонки в том, что она при спаде температуры часто трескается и при давлении и начинает пропускать. Ну, естественно, железная заслонка применяется в горячей воде, а пластмассовая только в холодной. Но железная, как бы, она универсальная. Лучше купить железную. И второй момент. И как же проверить? Берем этот клапан и на противоположную сторону от стрелки, напротив стрелки, просто дуем в него со всей силой. И если воздух будет пропускаться, то у нас заслонка уже не работоспособная. Можно, конечно, разобрать эту заслонку и починить, то есть клапан, но это уже удел профессионалов. На этом все, друзья. Подпишитесь на канал и до новых встреч.